Салам алейкум, на связи. 2 минуты 50 секунд у меня есть. Ну что могу сказать в видосе? Много уже обговорили. Вот получил от Антохи такое письмо. В принципе, все уже обсудили. Все по-разному реагируют, что и как. Но у меня тоже здесь как бы свои интересы. Это иммиграция. Такое бывает в жизни. Свои цели выполняю. Вот. Но есть такие моменты. Я особо как бы не поглощаюсь в них, чтобы не расстраиваться там, да, там, то-сюда. Ну, понятное дело, сейчас 12 апреля, скорее всего, днюху Димы. Свадьбу Димы пропущу. Потом у Руса сын родился, да, я его не видел еще. Но, как бы, это хреново, это обратная сторона эмиграции. Ну, а плюсы, вот я сейчас херачу, блин, здесь подключаю электрику и файбер. Вот это плюс охеренный. Вот эти все люди сейчас скажут, Ванек, спасибо, типа, то-сюда. Вот эти все, он там, короче, на вотертанке. Сейчас скажут мне спасибо, если так будет вам приятнее, что я делаю хорошее дело. Вон, хоп, такой профессионал своего дела. Из 6 лет уже 5,5 лет стажа. Так что это, не скучайте, держите хвост пистолетом. Ну и к тому же, я же тоже в Питере как бы был не один год, тусил. Поэтому иногда можно и в Питере побыть, иногда можно и немножко поработать. Вот, в такой долгой командировке, поэтому всякое бывает в жизни. Все временно, а то, что постоянно, это еще больше временно. Из новостей, что, ну вот, говорил, не говорил, был суд же, перенесли у меня на 25-й год, 16 сентября. Сейчас там параллельно собираю документы там на легализацию другую. Машину вот эту буду сейчас обновлять. 138 тысяч майлов пробега, это 210 тысяч километров. Немножечко дает о себе знать, там голова цилиндра дымит у меня при старте, белый дым. Поэтому вот на Ниссанчик буду менять. Жду сейчас документы. Так, ну ладно, все рассказал. Давайте видос.